Жанночка, привет. Ира, а я только о тебе подумала. Привет. Как дела, дорогая? Нормально, просто прекрасно. Я вся такая белая и пушистая. Ну, как всегда. Иришка, как твои дела? Чем занимаешься? Ой, бегаю по магазинам. Решила с тобой посоветоваться. Да, я слушаю. Я ищу подарок для молодого человека. Уже накупила кучу всякой всячины, но, по-моему, достойный на подарок я еще не нашла. Ну, дорогая, я тебе в этом не помощница. Надо знать этого молодого человека, кто он, что любит. Да ты сама в подобной ситуации не стала бы мне что-либо советовать. Да, ты права. Я его знаю? Нет, не знаешь. Так, просто знакомый. Ну, как знаешь. Просто я тоже в поиске достойного подарка для одного знакомого. Могли бы объединить усилия. Нет, спасибо, Жанночка, я как-нибудь сама. Да и времени уже мало осталось. Иришка, мы с тобой уже целую вечность не виделись. Пора устраивать девичник. Ты права. Сегодня я не могу. Я тоже. А вот завтра можно. Я завтра совершенно свободна. Ну что, с утра созвонимся? Созвонимся. Я тебя целую, Жанночка. Пока, дорогая. Конечно, следующий.